И весь из соседнего Ставропольского края. В Кисловодском историко-культурном музее «Крепость» проходит выставка изделий народного промысла. На ней представлен уникальный предмет из фарфора, керамики, войлока и кожи. Ряд работ принадлежит мастерам из Карачаевой Черкесии. Художников отметили грамотами Министерства культуры нашей республики. На выставке в Кисловодске побывала Шерифат Лепшокова. Почувствовать тепло керамической посуды, не прикасаясь к нему. Подарить это чувство может известный художник, мастер по керамике Казбек Тимурбулатов. 30 лет он занимается этим видом промысла, в руках которого кусок глины превращается в искусство. Чем вдохновляется мастер, угадать несложно – своими истоками. Казбек Маджитович признается, в каждой работе он выражает культуру Кавказа, оставаясь верным традициям своего народа. Теперь и у посетителей музея появится возможность познакомиться с историей и искусством карачаевцев. Каждый раз хочется все новое, 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 новое. Как могу? На что вдохновение идет? Работаю вот эти самые последние, вот эти Эльбрусы, как Лев Толстой писал, у подножия Эльбруса, живущие кто? Карачаевцы, отличающиеся добротой и храбростью. И вот это у меня они новинки самые. Они были нигде, и в Москве у меня, и везде эти работы, все те, то, что... А вот это три работы у меня новинки. Сын мастера Тимур пошел по стопам отца. Его работы из керамики также представлены на выставке, как и войлочные ковры. Почти 20 лет Амин Узденов наряду с изготовлением фарфора занимается возрождением войлочного искусства, постепенно приобщив к этому супругу, а позже и детей. Все вместе они вносят неоспоримый вклад в развитие культуры народов Карачаевой Черкесии. Отметил это на выставке министр культуры Зураб Агирбов. Поблагодарив хозяев за организацию выставки, он сказал о тесной связи Карачаева, Черкесии и Ставропольского края, выразив надежду на продолжение совместного сотрудничества в культурной сфере. Наша история, конечно, неразрывно связана с Ставропольским краем, и особенно вот здесь это чувствуется очень хорошо. Вот мы с экспертами разговаривали, что в частности в художественном направлении, направлении искусства, декоративно-прикладного искусства особенно, вот здесь очень сильные связи художников из Кисловодска, например, и нашего худграфа, который в Карачаевске, знаменитая школа. И сегодня выпускники, для нас особенно важно, большая честь отметить, что вот почему мы здесь, что наши выпускники, которые сейчас стали и экономической силой, в том числе и Кисловодска, уже производство у них находится здесь, они создают и сувениры, и предметы декоративного искусства, уже находясь здесь, но нам приятно, что сохраняют при этом историю, культуру нашего родного края Карачаево-Черкесии. Зураб Агирбов вручил почетные грамоты всей семье Узденовых, поблагодарив их за усилия, которые они прилагают в сохранении традиций карачаевского народа. Также были награждены Казбек и Тимур Тимирбулатовы. На встрече министр пообещал, что республика и дальше будет делиться с жителями-гостями знаменитого курорта нашим художественным наследием. Шерифат Левшукова, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия, Кисловодск.